Извини, крошка. Это конечная станция. Отдай его мне, Ларсон. Тебя это не касается. Хм. А почему это касается тебя? Наследие принадлежит Натли. Поверь, это вовсе не твое дело. У меня нет времени. Уйди с дороги или умрешь. Хм. Ты что, пристрелишь меня? Да брось, Лара. Я просто наемник. Теперь я вижу, как сильно он тебе нужен, но не могу тебя пропустить. И мы оба знаем, что ты не убьешь меня за это. Потому что ты не такая. Ты не знаешь, какой я могу быть.
Я знал, что ты придешь. Ты у меня повизжишь. Если не хочешь составить компанию Ларсону, прочь с дороги. Было приятно, правда? Потом будет еще лучше. Это не объяснишь людям. Это надо почувствовать. Девочка, да ты с ума сошла! Ну и где твоя крутость?